Всем привет! Вот такую посылку получил недавно от Дмитрия Шерманова из Ульяновска. Дмитрий Шерманов недавно у меня на стриме выигрывал катушку. Я ему отправлял катушку, а вот он решил в ответ прислать мне посылку. Да причем такую неожиданно большую. И сейчас я собираюсь ее скрыть. И мы вместе с вами посмотрим, что же там такое внутри такого размера. Так, ну давайте постепенно смотреть. Я уже вижу катушки. Катушки, моя страсть. Сейчас разглядим. Так запаковано основательно. Вот, наконец-то я добрался до катушечки. Что это у нас? Это у нас сборник советской эстрады 80 номер 5, Reel to Reel, стерео 19 скорость. А это написано, что Элла, что ли? Заглянем внутрь. Такая катушечка. Сборник. Ну, сборники мы с вами по традиции слушаем на стримах. Возможно, и этому сборнику очередь настанет на прослушивание. Посмотрим. Так, а здесь тоже написано сборник советской эстрады, уже видно. Но все ж таки мы достанем, конечно. Придется применить радикальные методы распаковки. Эффективные. Во. Так, да, 86-й год, вот написано, вот здесь, сборник, списка песен нет, и для нас с вами это плюс, будем, значит, разгадывать, я проверю, если там и качество хорошее, и песни интересные, то мы с вами, конечно, как-нибудь послушаем обязательно вместе. Смотрим дальше. Какие-то вот запчасти улины. Дима так вскользь сказал мне, что там катушечки там, да, кое-что так. Деталюшечки, в общем, как бы так. Вроде ничего особенного. Ну, посмотрим. Это вот я уже вижу крышка блока головок на Эльфу 201-3. Ну, вполне себе целая крышка, замечательно. Пригодится, я думаю. На крышке всегда вот кому-то, допустим, без разницы, есть крышка или нет. А мне хочется, чтобы если там предусмотрена крышка, чтобы она была. Поэтому если вдруг где-то окажется утерянной, то у меня вот уже теперь крышка есть. Магнитофоны эти популярные. Периодически они требуют обслуживания, что-то даже может у них иногда ломается, они же тоже не вечные. И я думаю, что пригодится когда-нибудь эта крышка. Так, ну а здесь у нас радости для сладкоежки. Здесь у нас очень молочный шоколад. Обожаем шоколадки. Кто-то в комментариях написал, взрослые дядьки шоколадки друг другу посылают. Совсем сумасшедшие. Ну а чё бы нам не посылать друг другу шоколадки? Мы же добрые. Сладкое любим. Так, запаковано.
Тут вот что-то запаковано. О, головка. Нет, надо обязательно добраться и разглядеть. Головки в магнитофоне — это вообще самое главное. Поэтому головки всегда, всегда нужны. Ух ты, это вот... Сейчас прокомментирую. Посмотрим их. Так, вот это 91 год. Это похоже на Маяковскую. Не новая, но может быть из нее толк какой-то и выйдет. Эльфа. Эльфовская. Чё же я говорю, похоже на Маяковскую. Это эльфа. Такая же, как... В 201-3 ставят. Вот такая же. А вот это другая. Это вот такую я видел. В Сатурне. 200, ну, каком-то они разные там бывают. Еще такие могут встречаться в Астрах, если не ошибаюсь. Поправьте меня. То есть это вот как бы... С одной стороны, это то же самое. Универсальная головка, как и предыдущая. Но с другой стороны, это нечто другое. Так, ну и вот это 6D24611, тоже эльфовская, еще одна, с пробегом. С пробегом, но зазоры пока еще не вскрылись. У этой головки есть шанс еще поработать. Ну что ж, здорово. Головки — это вещь всегда нужная. Что еще? Вот еще какая-то крышечка. Ну-ка. Вот сейчас я зафиксирую. Зафиксирую фокус, чтобы не дергался. Все, Дима, экзамен по упаковке ты сдал. Я заколебался распаковывать. Все. Я знаю по себе, я тоже так запаковываю так, чтобы... Лишний раз вскрыть ни у кого желания не возникло. Но мы же настойчивые. Мы раскроем. Обязательно. А, это верхняя крышечка от того же самого, от такого же магнитофона. Но верхняя часть. И она... В таком состоянии. Это она, похоже, так подклеена. Из кусочков склеена. И типа вот такая вот съемная. Ну, не знаю даже, пригодится ли мне такая. Не знаю. Ну, раз Бог послал, пусть будет. Так. Еще вот какой-то сверточек. Тут, похоже, тоже крышка. Судя по весу и по форме. Ну, сейчас поглядим. Что за крышка, от чего? Удовлетворим свое любопытство. Тоже эльфа. Похоже, такая же крышечка. А, ну это только для диктора. Если кто не знает, вот такая модель. Выходила человеческая обычная и выходила диктор. Разница в них в том, что диктор... рассчитано на 9-ю и, если не ошибаюсь, на 2-ю скорость. То есть 19-й скорости у диктора нет. Будьте внимательны, не попадитесь. Когда соберетесь покупать магнитофон этой модели, не нарвитесь на диктора. Так, вот еще что-то тоже не тяжеленькое. Сейчас посмотрим. Так, а это плата переключателей вместе с переключателями. Все на тот же магнитофон Эльфа 201-3. Причем это вот, да, это справа, которая стоит. Тут 4 кнопки должно быть, одной не хватает, наверное, сломалась. Ну, в общем, тоже может, наверное, когда-то пригодиться. В любом случае, спасибо Диме за запчасти. Так, продолжаем раскрытие. Это вроде бы как еще не все.
Что-то вот еще габаритное. Ну что же это может быть? Хотя я уже начинаю ванговать. Если у нас все детали про эльфу, тут может быть... А вдруг это лицевая панель от эльфы? Может такое быть? Ну, наверное, может. Один мой друг, чья фамилия слишком известная, чтобы я вам ее называл, занимается примерно тем же самым, что и я, только он более плотно и давно этим занимается. Так вот, он арендует помещение, типа мини-складик под это все дело. Я вот думаю, запчастями меня снабдили, пора и мне, наверное, какой-то склад открывать, да? Блин, ну здорово, что она целая, но плохо, что она потертая. Ну, не знаю, пригодится ли мне когда-нибудь такая. Если только попадется магнитофон, у которого совсем плохо дело, вот да, с передней панелью, то вот такая будет лучше, чем ничего. Ну все, склад запчастей надо мне открывать. Ну что, Дима, спасибо за посылочку. Особенно порадовали, конечно, головочки, катушечки, шоколадочки. Спасибо. Буду сейчас, ну не сейчас, буду пить чай с шоколадкой. Поставлю катушечки, послушаем, что там такое. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всего доброго и до новых встреч на канале. Пока. Ну-с, приступим. Кстати, вот никогда такую ленту не приходилось видеть. Но это всего лишь коробка. Силавич. А лента типа V. Для вычислительной техники получается. О как!